Руснявые пидормоты вырубили нам свет путем попадания своих ракет по подстанциям. Есть возможность послушать эфир, и вырубились наши станции ФМные. Сейчас послушаем эфир без станции. Так, это оккупированная территория где-то тут рядом. Днепр, наверное. Тоже что-то. Сто один и пять. В общем, чувствительность хорошая. Так, ну то мы прокрутим. Вряд ли тут что-то есть. Как-то так. Так, в общем, программы годного кредитования, гранты и многие другие. Тест. А значит, Хонгда, который говорил, что чуйка небольшая у него. Вот у нас тут где-то километров 40 от нас станция сепарская. Смотрите. И антенна у него короткая. Но акции подарок заканчиваются, а надежный брокер необходим всегда. Сейчас я инвестирую с брокером Тина. Так, ладно, берем. Хонгда, которая дороже. Блять, сейчас. Ты российской компании без комиссии. Финам помогает зарабатывать. Тариф единый фитрейт. Условия на финам.ру. АО Финам. 18+. Реклама. Собрались дружной компанией. Не забудьте 7. Так, дальше. Включаем АТС-20. На КВ нормально. На УКВ. Ну, антенна здесь здоровенная. Длинная. Но это ему не помогает. То есть, частота 99,1. Хе-хе. Ничего. В общем, надо УВЧ. Так, ну и таксунчик, естественно. Таксунчик. 80. Количество товара ограничено. Это таксунчик. Подробности на сбермегамаке.ру. В ленте. Фестиваль сыра. Встречайте. Скидки до 40%. Это радио НВ с Днепра.
Это единственная станция, вернее, приемник, который принимает ее. Сейчас попробую послушать на 747. Ну, тоже прислушаюсь. То есть появляется сигнал. Слышно, видите? То есть именно по чувствительности это один из самых лучших на FM. Просто красота. Эквивалентен Тексуме. Так, продолжаем мониторить. Еще красота. Такая жара пошла, решил проверить. Местные станции полностью вырубились. Решил проверить чуйку. С избирательностью проблемы у Юпитера. А чуйка отличная. Вот антенна, и мы слышим Днепр. То есть Днепр принимается. Я уже не говорю про сепарские станции. О, вообще тут гнет. Слышно? Все слышно. То есть, в принципе, что можно сказать, если вы где-нибудь в селе и нет местных станций, то аппараты с высокой чувствительностью, но с дерьмовой динамикой, будут слышать то, что они должны слышать. Как-то так.